Всем привет! Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья, и сегодня мы в экономном магазине, складе Светофор. Давайте посмотрим, какие здесь товары завезли и какие есть в наличии. Так, прокладки Милана 23 рубля, 15 штучек, очень экономные. Вот эти разбирать быстро было ново. Они дышащие, софт, 10 штучек, 30 рублей. Очень выгодная цена. Так, ну вот эту туалетную бумагу по 104 я не брала. Так, еще вот есть гигиенические средства. Да, и вот здесь вот имеются бумажные полотенца по 61 рубль. Они очень хорошие, в упаковке 2 рулона. И еще вот в других светофорах я не видела. По 85 рублей здесь имеются вот такие универсальные полотенца. 150 штучек внутри. И вот цена. Ватные диски по 40 рублей. 175 штучек. Есть платочки вот такие по 38 рублей. Здесь в упаковке 10 штук. То есть оно идет вот таким вот блоком. По 10 штук в спайке. Ополаскиватель для полости рта 30 рублей стоит. Большая бутыль. Вот это мыло по 60 рублей. Крем-мыло Магик. 60 рублей 60 копеек. И оно имеется, смотрите, белого цвета и зеленого. Я в прошлый раз брала желтый цвет с медом. Вот такой хороший, пенящийся, нормальное мыло. То есть оно у меня идет в быту для хозяйственных целей. Для хороших таких целей, то есть для лица, для бани, я, конечно, беру от Фаберлик кислородную косметику. Вот, и советую вам тоже посмотреть, пройти обзоры мои по Фаберлик, потому что очень много хороших вещей. И по цене можно даже взять очень экономным ценам и дешево Фаберлик. Гель для интимной гигиены Фантазии, для ежедневного применения, 500 мл. Два вида я вижу, вот успокаивающий, смягчающий. Так, не вижу цены, кстати. Салфетки из микрофибры, 116 рублей, сделаны в Китае. А, да, кстати, смотрите, мы находимся в городе Димитровграде, Димитрово 1Б. Все даже здесь указано. И китайский, вот один только остался здесь. Пакет. Вот эти салфетки по 71 рубль, они, конечно, синтетические, но их так много, 25 на 30, такой расходник хороший. Вот цена. Средство для мытья посуды, гель Магик. Здесь почти килограмм, 50 рублей 30 копеек. Ну, вы знаете, вот так покажу получше. Еще есть хозяйственное жидкое мыло 27 рублей 80 копеек. Вот оно идет в таких упаковочках. 1 литр. Неохим. Очень экономная цена, бюджетная. Сода кальцинированная 17 рублей. И есть, посмотрите, таблетки. Белизна в таблетках. Флорихлор 10 штучек 29 рублей. Вот они идут. Вот в таких упаковочках. Кстати, у меня так быстро они уходят. Вот одно бросаю в унитаз. Антинакипин 49 рублей 90 копеек. Не знаю, пишите, кто брал. Я пользуюсь лимонной кислотой. Вот. Ну, Фаберлик брала тоже средство. Что-то оно мне не очень, конечно, понравилось. А, еще смотрите, вот есть гель для стирки. Вот как раз сейчас вот перестирать пуховики. Гель для стирки стоит 112 рублей 2 литра. Эффективно отстирывать, не содержит агрессивных компонентов. Велюр таких розовеньких. Средство для очистки акриловых ванн 46 рублей. Здесь 750 миллилитров. Но опять же советую зайти посмотреть в Фаберлик обзоры. Там гораздо эффективнее средства бывают. Качество получше. Стиральных порошков тоже качество получше. Водонепроницаемый чехол 889 рублей. Вот это, конечно, взять здесь дешевле, выгоднее. И комплекты постельного белья. Правда, они все полисатин. Полисатин – это синтетика.
Но вот есть перкаль, смотрите. И на перкаль цена 936 рублей. Это на полуторку. Вот на полуторку из перкали я не видела. Комплекты. 100% хлопок. Это, конечно, хорошо. Вот цвета, смотрите, какие. Можно выбрать. А двухспальная будет дороже. 1235 рублей. Перкаль замечательная ткань. Она такая сорочечного типа. Нежная. Правда, здесь я не знаю, как она. В прошлый раз я смотрела, раскрывала. Вроде как на бязь похоже. Но настоящая перкаль, она очень такая тонкая, нежная, хлопчатобумажная ткань. А вот этот полисатин, он уже, знаете, ну, кто-то берет, конечно, потому что цена-то у них дешевая. Можно на этом сэкономить, конечно. Вот эти вот подушки я брала анатомические в этом магазине же и брала. У меня есть обзор ее, как она выглядит внутри, под чехлом. Проходите, смотрите. Стоит 1050 рублей, 40 на 60 и высота 12. Я на ней сплю, ее хорошо под спину подкладывать. Конечно, для этой цены она дороговатая. Ну, не знаю, дешевле где видели вы или нет. Так, вот такие салфетки. В других магазинах вот такие новогодние разобрали быстро. Кстати, у меня будет на канале мастер-класс, как салфетки использовать, сделать красивые салфеточки на ткани, вот, в стиле декупаж. Я вам покажу сделать, так как я по профессии художник, педагог. 26 рублей в доме. Вот эти одеяла очень классные, 725 рублей стоит, 100% хлопок, 140 на 205. По цвету они разные здесь. Ну и, конечно, экономичная цена вот на одеяло бамбуковое 407 рублей и 349 полуторка. То есть вот эти цены, вот они бамбуковые. Пряжа по 174 рубля. Состав 75% кашемилон, 25% полиэстер. Вот, но здесь такие цвета остались дико розовые. Я бы, конечно, такой цвет... Я люблю розовый цвет, но не такой яркий. По 592 можно купить вот такие сушилки для белья. И гладильные доски 818. Хотя в других магазинах их распродали, сделали на них распродажу. Здесь пока ее не вижу. Полотенце можно купить по 131,50 на 80. Премьер текстиль. Жаккардовая, пестротканная. И по 146 вот это вот. Вот они, жаккардовые. Здесь бордюрчики. Но по качеству это хлопок. И можно купить целые комплекты по 259 рублей. Махровые, пестротканные. Это Узбекистан поставляет. Вот. И в прошлый раз показывал халаты. Это только вот в этом магазине есть. Цена 1139 рублей. Это настоящие банные халаты. Мужские и женские. Здесь можно выбрать цвета, кстати, красивые, такие приятные. Вот. И очень они плотные. Да, 400 грамм на квадратный метр. И есть даже большие размеры. Узбекистан поставляет. Вот какие они. Так, ну это полотенце. Попалось сюда. Вот. Красивые очень халатики. Ну, дальше вот эту одежду я не могу здесь пройти. Здесь вот завезли тут какой-то товар. Но в прошлых обзорах я показывала. Все, ничего нового нету. Проходите, смотрите. Мороженое по 151 рубль, по 27 рублей. Там вот шоколадное мороженое Альпенгольд. По 94 рубля вот такое мороженое в ванночках. И мне нравится вот это мороженое, 48 копеек, но шоколадное больше. Нравится, вкуснее. И сразу переходим на рыбу. Так, тут вот рыбные морозильники. Много всего интересного. Цены, смотрите. Филе минтай 199. Я жарила в кляре, очень вкусно было. А стейки макруруса, сказали, вот очень тает сильно, 181 рубль, это надо уметь готовить. И есть окунь морской, 232 рубля. Надо посмотреть, где он. Морской окунь, сейчас я поищу его. Котлеты 94, кита 397 и минтай 107 за килограмм. Свежемороженое. Так, где же у них окунь? В общем, не нашла я здесь окуня морского. Но вот это кита. Большая, которая вот она. Где морской окунь, не знаю. Так, вот эти подносики классные по 137 рублей. Вот под посуду. Такие с кладышем, сушилкой колос.
Да, очень так красиво смотрится. Так, ну вот эти вот раскладные по 218 рублей доски. Да, сегодня вот хочу вот эту взять штучку. Универсальный поддон. Под ящички с рассадой. Но единственное, что у меня вот на подоконник такой не подойдет. Широкий он слишком. А вот на стол поставить самое то удобно будет. Так, вот шины есть. Вот ценничек. Так, вот эти горшочки понравились. Три штучки, они вот такие, треугольной формы. 252 рубля стоит по цвету, вон, три цвета. Канистры питьевые по 117 на 10 литров. Но вот эти контейнеры мне не понравились. Не знаю, кто-то в защиту писал, что хорошие. Задыхаются в них продукты. 145 рублей стоит. Может, какие-то другие лучше взять? Так, вот эти вот для заморозки 81 рубль. Три штучки здесь внутри, они литровые. Вот эти хорошие штучки. 321 красивые вот эти корзиночки здесь тоже есть. Так, это органайзер для автомобилистов. 508. Здесь все для строительства. Так, обзорно покажу. Потому что этот товар уже был. И его весь я показывала на своем канале. То есть ничего нового здесь нету. Вот паста для очистки рук тоже была, но ее быстро разобрали. 500 миллилитров 99 рублей стоит. Так. Да, вот. Кто работает с мазутом, наверное, хорошо она для автомобилистов подойдет. Вот эта вот зерновая такая смесь для истребления крыс и мышей. 28 рублей стоит. Или это карбофос? Карбофос 28. Это все перемешку, короче. Дошли мы в отдел для садоводов-любителей. А здесь есть такое удобрение 44-30. Ну, они были раньше. Здесь тоже есть сидираты рож. Дуги парниковые. 394 рублей стоит. Здесь 2 метра ПВХ, но они на металлической основе. Вот они вот такие. Ну, они каждый год привозят их. 6 штучек вот в связке. И также имеются колышки по 274 метровые. Тоже вот видите, как внутри. Это они металлические. Так, вот эту махорку хорошо растирать, писали, и сыпать на капусту, ну, на другие такие растения, куда любят вот эти бабочки откладывать свои. Где любят бабочки, в общем, съедают все. Так, 117 рублей. Вот такие горшочки тоже показывал. И вот эти вот ящички мне нравятся. Они по 129 рублей. Дом и дача, российские. Запаха у них нет неприятного. Материал полипропилен. Здесь 12 стаканчиков, и у стаканчиков дно там убирает. Там диск такой, вместо дна, который можно убрать при посадке. Это очень удобно. В прошлом году я их покупала. Они такие веселенькие, разноцветные. Вот можно выбрать даже по цвету, какой вам больше. Какой больше радости приносит. И я вижу вот там грунт в больших мешках. 60 литров, 151 рубль 90 копеек. Ну, 152, по сути. Это только сюда привезли этот грунт. Другие магазины светофора в Димитровграде перевезут попозже. Так что имейте в виду. То есть вот на Димитрово есть. Так, еще одна новиночка. Посмотрите, завезли вот такой измельчитель с новой чашей. То есть мы видели, вот такие вот были. А вот таких еще нам не завозили в город. Цена у них 1239. Вот информация. 600 миллилитров чаша, 500 ватт, 2 ножа из нержавеющей стали. Так вот он выглядит. Там вот ножи. Кстати, на ножи есть такая накладка, которая защищает. Так, вот он сам мотор. Марта называется. Очень удобно, я пользуюсь таким измельчителем. У меня их два. Один молния, а другой Bosch. Ну вот, смотрите, здесь можно подешевле взять, экономный вариант. Так, ну это вот домашний дистиллятор. Так, и мы сейчас переходим в отдел посуды. В
Смотрите, посуда белоснежная. Здесь разные формы, но она такая овальной формы. Интересная. По цене мы видим 133 рубля, 90 рублей. 85 вот такая вот. Это опаловое стекло, оно прочное. 112 рублей. Такая большая салатница, тарелка. Есть маленькие по 74. Так, вот я ошиблась. 210 рублей вот такая салатница. Опаловое стекло. Это Бармиоле Росса. А как-то ее привозили. Это итальянская посуда. Вот эта вот белая. То есть это все из Италии. Даже вот на коробках можно посмотреть. Все указания, откуда их привозят. То есть такая посуда имеется здесь. Хорошее блюдо сервировочное для запекания. Вот это кругленькое. 257 рублей. Бразилия. Сервировочная форма, овальной формы с ручкой. Опал тоже жаропрочный. 329 рублей стоит. Вот цена. Вот такой наборчик контейнеров с крышками, три штучки. Их три там внутри. Объемы, смотрите, перед вами. Цена 347 рублей. Так, вот эти сковородки очень классные. Они тяжелые, 679 рублей. Сковорода на каждый день. Так, и посмотрите, что еще нашла. Куриный перегной. Гранулированный. Так, что-то вот он от садоводческого отдела вот здесь вот убежал. 2 килограмма цены не вижу, друзья. Но по ходу пьесы, может быть, найдем. Так, детские различные питания. Посуда детская, ну погоди, пластиковая. Так, вот это интересно. Ой, какая красивая кастрюля, но она, вот, смотрите, здесь уже вот вижу сбитая крышка. Но вот эта вот гортензия прям привлекает меня. 463 рубля стоит такая кастрюлька. Вот кто-то говорил, какая милая кастрюлька в горошек, да. Такая, знаете, советского прошлого, да? Так, очень красиво смотрится. А, смотрите, вот распродажа на эту большую кастрюлю на 11,5 литров. Она теперь стоит 750 рублей. Да, это вот, смотрите, привезли распылитель для рассады. Для растений опрыскиватель, вот, вспомнила, опрыскиватель ручной с помпой, классик, 3 литра, 217 рублей 80 копеек. Я не знаю, кто-то говорил, ломался у кого-то, сломался, не знаю. У нас еще до сих пор он целенький, как новенький, хотя, ну, у нас участок маленький, мы пользовались. Если, конечно, большой участок, то не знаю, может быть, надо брать побольше, значит, распылителей. 259 рублей. Такие винные бокалы. Набор 6 штучек. И стаканчики. Вот неподъемные такие, красивые они. Рифленая здесь такая поверхность. 107 рублей дешево. 6 штучек, 107 рублей. Этот чайник металлический стоит 462 рубля. На 2,5 литра. Так, вот эконом-вариант. Так, имеется побелка для деревьев. Но она стоит 51 рубль. Концентрат. Тоже показывала в прошлый раз. Еще вот удобрение, смотрите. Жидкое удобрение. Подходит для комнатных и балконных растений. Цена у меня есть на другом видео. Здесь нет на нее цены. Вот, проходите, смотрите другие обзоры. Да, и опять появились корзины для белья на 48 литров, 378,90 в двух цветах. Пыльная розовая и белый цвет такой. Картина по номерам, 262 рубля. Да, и вот здесь есть, смотрите, мусорные мешки с завязками на 45 литров, 30 штучек, 53 рубля. Я искала в другом магазине, нет. Вот сейчас тоже возьму корзину, буду уже набирать себе, как бы только не забыть. Да, еще смотрите, по 418 рублей можно купить вот такой набор маркеров по номерам. У них две стороны, двухсторонние. С одной стороны пишут лопаткой толстенькая, а другой тоненький шрифт. Тоненькая линия получается. Вот здесь вот даже показано, как рисовали. Также в светофоре можно купить вот такой удобный кувшинчик.
для полива рассады. Очень тонкий здесь носик, удобный. Литр 700. И цена 69 рублей. А также завезли, смотрите, шланги поливочные, гофрированные. Здесь 20 метров, производитель России, 187 рублей. Вот оно так выглядит. Прикольненько. Так, из светильников, я вот тоненьких светильников не вижу, но вот эти светодиодные с таблеточки, 149 рублей, они очень яркие. Но единственное, что мерцают. Вот эти длинные светильники по 203 рубля. Так, вот я вот все думаю, может быть, под рассаду тоже для подсветки применить ее. Потому что фитолампы, я не знаю, когда они прибудут, и прибудут-то китайские, китайские не очень хвалят. Поэтому можно обычными лампами подсветить. Вот еще с розеткой были тоненькие, в этом светофоре нет. Так, да, все еще имеются вот эти контейнеры жаропрочного стекла с крышкой. До 300 градусов температуру выдерживает, 159 рублей. Да, еще, смотрите, завезли столик журнальный, стандарт. Но он такой, смотрите, кругленький и раскладной. Вот он, видите, как будет выглядеть. Так, мы вот дошли до этого журнального столика. 997 рублей 70 копеек. Вот он такой выглядит симпатичненько довольно-таки. Так, вот размеры его там, я не знаю, не подобраться, конечно, очень тесно тут. Так, еще посмотрите, вот такой стульчик можно купить. Видите, складной. Так, цена у него. Сейчас спросим. Все еще имеются комодики. По 3831. И вот такие стеллажи. 1859 рублей. Были еще металлические стеллажи. Но их уже, я смотрю, разобрали. Стол 1677 рублей. На него есть покрытие. В районе 200 рублей. Смотрите. Банкетки с открывающим ящиком. Стульчики. Так, табуретки с круглым сиденьем 324. Так, ну вот эти барные